Всем привет! В прошлый раз мы говорили о пугающей приключенческой драме «Повелитель мух». Сегодня же поговорим о чем-нибудь полегче. И это пародийный блэксплуатейшн фильм под названием «Чёрный динамит». Наверное, вместо истории знакомства с фильмом лучше стоит рассказать, что такое блэксплуатейшн. А то, как показывает практика, мало кто разбирается в подобных жанрах, а в данном случае поджанрах. Так вот, блэксплуатейшн — это поджанр эксплуатационного кино, ориентированный в основном на чернокожую аудиторию. Темы фильмов по большей части крутятся вокруг криминала, наркотиков и тяжелой жизни в гетто. Такие как «Хлопок прибывает в Гарлем», «По ту сторону 110-й улицы», «Грузовик Тернер» и, конечно же, «Шафт». Но встречаются среди них и фильмы на хоррор-тематику, например, «Эбби» или «Блэкула», а также вестерны, типа фильма с титаническим названием «Босс Нигер». Также особенностью считается саундтрек, а конкретней фанк и соул, что придает фильмам свою неповторимую атмосферу. А так как фильмы были популярны в 70-е, то нас ждет специфическая операторская работа, прически афро и, конечно же, популяризированы в кино Брюсом Ли кунг-фу мордобой. Но вернемся к «Черному динамиту». В режиссерском кресле Скотт Сандерс. В ролях Майкл Джей Уайт, Салли Ричардсон Уитфилд, Арсенио Холл и Кевин Чапман. Но сюжет вкратце таков. В черных кварталах свирепствует разгул преступности и наркоторговли. Да что уж там, даже дети употребляют. Бывшему суперсекретному мега-агенту по прозвищу «Черный динамит» все это не нравится. Но когда его брат погибает от рук белых мафиози, у него окончательно срывает крышу. И теперь всем злодеям явно не сдобровать. Буквально в каждой сцене фильма есть или отсылка, или пародия, или дань стилю, что очень круто. Однако у этого есть и обратная сторона. Тем, кто не знаком с жанром и не смотрел хотя бы пару блэксплуатейшн фильмов, будет мало что понятно, и они скорее всего просидят весь фильм с выражением полного недоумения на лице. Однако для тех, кто в теме, это не просто фильм. Это настоящий праздник. Так удачно обыгранный стиль и качество съемки, и всевозможные клише, и различные сюжетные ходы. Но в концовке зрителя ждет что-то абсолютно безумное. Так что рекомендую вам этот замечательный фильм. Приятного просмотра! Кто здесь? Мне нужен Нипси. Здесь нет Нипси. Я еще раз тебя спрошу. Где Нипси? Я здесь, козел.